Добрый вечер, у нас еще одно включение, оно уже радостно. Кто-то Тоша у нас был нехорошим, он пил воду. Вон он, Тоша, иди, иди, Лара к тебе пришла. Мы даже не думали, что в такую мокрую погоду такая красавица может играть, ой, гулять. Иди по подиуму пройди, давай мы тебя по подиуму снимем. Начинай уже это становиться фотомоделью. Опа, ну-ка, а, мимо. Пойдем. Давай на мостик. Лара. А Татоша, подожди. Да. Мы Лару снимаем. Тебя мы уже здесь снимали. Подожди, Татоша, ему не давать. Ему не давать. Давай, Ларочка, давай. Мастер. Татоша, отойди. Опасается собака. Татоша, отойди. Не бойтесь его. Я-то нет, она вот боится. Давай сядь. Не, ну давайте с другой стороны. Подожди, Татоша. Мы с другой стороны зайдем. Давай, Ларочка, иди. Давай. Иди, иди, красавица. Иди, вот. Давай. Опа-па-па-па-па, вот это да! Вот это у нас кадры! Ой-ой-ой, папа не успевает за тобой. И Татоша тут. И Татоша. Ну-ка уйди. Уйди, сказал. Татоша. Да, ну-ка не наглей. Молодец. Не наглей. Ты по подиуму не ходишь? Не наглей, сказал. Большой. Все, 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 Татоша. Пушистый. Не надо ему никакого корма. Никакого. Татоша, мы сейчас домой тогда пойдем. Ну-ка. Я кому сказал? Отойди. Отойди. Иди себя прилично. Попрошайка, шайка. Подожди, вот сейчас. Еще. А я, знаете, как на поводке вожу. Своего. Без вкусняшки. А просто на поводке она это самое, она пройдет. Татоша, попробуйте на поводке. Вот так. Нет, вот. У нас система. Татоша, а у вас система? Да. Ну ладно, вот мы мастер-класс тут снимаем. Вот, вот эта система светящаяся в ночи, огромная, лохматая, мешает заниматься. Ну мы сейчас уже домой пойдем. Ну, а то... Пусть привыкает к собакам тоже. Ну конечно. Собака, пусть к тебе привыкают. Да ты красавица, да ты какая красавица, мама-то сегодня еще ролик сейчас папа ей отправит. А ты даже не боишься света камеры, а некоторые гавкают. Не, Татоша там, все, Татоша, что снимать дома каждый день. Фуки. Так, ну ладно, вот такой у нас прекрасный ролик, это наше вознаграждение за то, что мы тут мокли, сидели полчаса, ну почти мокли. И некоторые почти ничего не делали. Да? Кроме того, что напились воды вон с этих, как его называется, с сидений. Дождевой воды напился. А дождевой водой не напьешься, чтобы вы знали. Она дистиллированная. Ну, так, просто помочил горло. Ну, Лара, давай еще чуть-чуть. Ну, Ларочка, и все, я выключаюсь. Ладно. Ну-ка, вот и моя красавица. Вот и какая красавица. Ну ладно, всем хорошего настроения, пока.